Хорошо. Костя, у тебя фласки остались? Нет, вчера все выгребли. Я... У меня только три фласки осталось. А у меня есть на РДД фласки. А, нет, у меня пять фласок. А сколько давать? Поставьте шкаф заново. Слава тут? К сожалению. Подведал. Я подведал. Да, подъебут. Подъебут давать. Рейс, ты еще можешь дать. Наверное, можете по одной давать на синдре сопрот, все равно тут. Так, у кого там фласок? У тебя нету фласок, Хулидринг? Я ж только что сказал, все выгребли вчера. Ага. На профи. Что? К Вадикону прыгать. Проф, да, веселый парень. Проф вчера дал просраться. Да, Глеб, у тебя проф вчера веселый был. У меня? Угу. Теперь... У него самый четкий проф был вчера. Да. У меня нет на милишников ханта. Я масла на кого-то могу поделиться, а конечно маслом. Да, сначала прозевайся, а потом спрашивай что-то, я ебал рот. Ладно, извини. Прощаю тебя. Не превращайся в Сэджу, которая чавкает, сука, и разговаривает. Че, тебе передали, Костя, там это, фласки? Что ты, Равис, мне трейд кидаешь? Сэджу, ты когда будешь ДПС давать, заебал? Че за позор в 22? Кидайте. АПшная надо? 105, наверное. Кидайте. Ну, 105 я тоже буду, могу. А ты к Т4. Милики, я говорю, кидайте трейд. Там стыканемся. Комбо-то сделай, потом будем стыковаться. А, мне на село так и не надо. Ну, ладно. Поставьте кто-то ГБ. Блин, ну. Оставил. А ты в хилеш. Нет. А, опять? Да. У нас сейчас не какой-то праздник? Положено раздали себя. Туда-сюда, блядь, кидают меня. Стреляй в хила, не спекнусь, да? Блядь, я уже третий раз спекусь. А, понял. Ну, блядь. Все нахуй. Ты можешь стрелять, но это та влага. Так. Катрися, ты влажный? Против у Вадикона или у кого? Я мокрый. Понял. Что, милики, нет, все? Больше никому не надо банки, да? Сколько у тебя осталось? У меня, ну, 4 штуки. Ну, на двоих. А это вот на сопротах или на СПД? Кто? Как понял? Кто-кто? Ну, ладно, на сопротах сейчас бить будет. Ты кто? Shadow Knight, кто? Кто ты? Кто? На чем хочешь? Где я? А я имею в виду, все понял, просто ну, нет, спасибо, Лисон. А Сефея тебе не надо, да? Сопрот там вроде не дают. Мне давай, просто именно говорить. Пристыкнуть. Закханыч, тебе банки не надо, да? Надо, 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 надо. Ты где? Да первой разлетки, короче, Вилаша дашь. Этот самый. Нокдаунд на себя духа и гимна хп дашь. На второй взлетке яма сейф и вилания продлишь. И его маунт на второй взлетке на себя зубы и на хп. Присты бафните. Серж, у тебя обе эти фласки ивентовые? Серж, как часто ты ивентовый? Я их тут не пью. Ну ладно. Обратите просто, пожалуйста. Инту. Бафнули уже. Ну с хэлла-то шо? Закханыч не пожрал, Танатос не пожрал. Эльмаунт вообще ни фласки, ни масла не похавал. Хэлла тоже самое. У вас Карбонара уже рейд заходил. Кушал чё? Благодарю. Давай этим, блядь, рогам МП5 дадим, давай. Можно. Будут умные. Можешь забагнуть энергию резать начнём. А чё, прикинь так. Что я похавал? Маски все выпили? Масло.
Да тут как это называется? Тактику новенькие знаете. Говно к стенам выносить, да, которая да. на тебя метка падает. Четвером сбегаться вместе, чтобы сбить эту херню, короче, то, что вас связывает. Так, да. Все. Как часто вы выносите говно? Да, мы в пачке стоим. В пачке под жопой стоим. Здесь. Короче, будут тени, у тебя экран потемнеет, тебе надо выносить вдоль стеночки дебаф. Спак, там 4 метки, мы стоим все под жопой, просто подвигаться. Карбонара, вернись в строй, блядь, родной мой. Вот так, вот так водить, да, вот так, да. Вот так, дерьмо. Разлил. Это молодец, что ты знаешь, только, да, вот, только аккуратнее, блядь, ты можешь босса спулить. На взлетках ренжу набираете. Там можно, ну, подхиливайтесь, если можете, личные сейвы такое. И главное, укусы передать. Ну, можно котомишку заменить на леприора и взять, наверное, Рианти, но хз. Да, портуйся, котомишка. Главное, на замене сиди. Да, чтоб тебе ЕП накинули. Иди на замене, потому что... Кота закиньте во вторую пачку. Да, я понял. Во-первых, я уйду через полтора часа. Замена понадобится. Да, идти с тобой. Ага. Рианти, хавай, это, фласки, масло. Чё там, Хэлла пришёл? Да, Хэлла здесь. Лёха, масло, хавай. Там фласки СПДшные, у кого, у Шалфира, по-моему. У Дикона. У Дикона. Что там фул хуйня какая-то. Притом, да. Хуета. Конкретно. Катрись себе вне облика, поэтому. Сейчас плюс 5 должен. О, вот теперь нормально. Лёха. Я СПДшное взял бы. Водику. Пешники защиту от страха, извините. Равис выносит. Эльмаунт выносит. Залаги, блядь. Да, дико лагает. Что-то есть знаю. Такое. Аккуратно, да. Не лагает, нормально еще. Это у тебя прямо лаги просто. Ты не замечаешь. Как хули, там минус один кадр. Рианти, выноси.
Точку, аккурат... точку, точку. Точку. Давай, не забыл. Портал-то прохиль. Рогу. Сразу под жопу, быстренько. ЗК начну носить. Призан тотем, мордаун на ману читай. Кушура виста. Не надо, я очень-очень лагаю. Ебанутся дикие лаги. Угу. Я в шоке. Мордал. Вижу, вижу. Антифир есть на тебе? Сейчас будет фир. Есть. Бля, я только не сдохну здесь. Слава Вилане, массакру. Да. Катриси укушу. Рианти сдох, минус один укус. Себя за жопу укуси. Так. Быстрее инвизия была, подняли. Сбежались, сбежались. Под жопу сбежали. Разбафали. Рианти. А метка будет. Элемент. Эльмаунт выносит. 950 раз на... Убивай. Эти элемент. Башни конта. Ну какое-то. Фир дал по ним. Магина сзади стоит, ведь. Некромантика укушена. Блять, Магина убейте, сзади стоит чел. Убил. Давай, ГПХ. Рианти выносит. Разбойник, рыцарь смерти, Макдруи. Чем вред несешь? Сейчас все полягут. Блять. Че, сука, повылетали эти. Когда-нибудь багруха упадет. Когда-нибудь эта шея будет в бычке. Дайте масрез. Блять, че мне с хилом был? Че, блять? Воет джагу спиздил. Ну я ее почаще нажимаю. Не в этом дело. Ты просто спиздил. Скажи, нахуя тебе эта шея? Хуя сколько бичей было. Которые не укусили. Ласку возьми у Вадикона. Укушу поебать, типа ебашат. А чё, мордаунт дашь или левитацию? Ну, другого надо было кого-нибудь я укусить. Я троих перетыкал по итогу за все это время. Ну, ладно. Давай, прыгай, тебя ну, поймаю. Там же видно. Да, блядь, понятно. На, не, ну, типа, это тайминг. Ну, тебя хуйно поймал, слушай. Мы все в одном паке. У тебя 10 секунд, все в одном паке стоят. Какой нахуй тайминг, блядь? Ну, такой, блядь, какой. Ты за 10 секунд можешь перетыкать, нахуй, 20 человек. На крайний случай хила куснуть в конце вообще похуй. Да, хотя бы в следующий раз. 10 может. Так что не надо вот это вот. Ну я уебу. Тайминг, не тайминг. В следующий раз все. Я заанонсил вслух, что укушу конкретного человека. Кто уебал, в следующий раз ДП получит вместе со мной. Я считаю это правильно. Так получилось, что шаман перехилил бляха Эндру.
Как? У него пушка травма лучше, чем у меня, как ты хотел. О, бляха. Что новая мета? Я считаю, что Вейду надо дать ГП за то, что он у тебя Джагу спиздил. Да, не дал ХПС, он похвастался, вообще пиздец. Лям, блять, ХПС спиздил. Это жесть. Осуждаю. Осуждаю. Когда таким надо по топалам давать? Ты скажи, на кости это шея была. Чтоб была. Деду все надо. Бикини, вот бикини скажет, типа... Он же друид. Синдром друида не обозначает, что он паладином играет. Он не хозяин. Душа друид, да? В хозяйстве пригодится. Иди сделал тряпка через РПБ, переделаю там, не знаю. Вы сказали через лужу, а сделаю через РПБ, и такие все. Не, если его через РПБ сделать, тоже неплохой дамаг будет. Может, да, Вайда уже шея. Да, Вайда уже шея есть, прикиньте как раз с РПБ. Вы не шарите, деду все надо. Да, мы деда свой склад. Потом это все пылить ненужное. А че воительница вроде гуляет? Нравится ей там. Смотри, Заханыч, блядь, тебе хилить никто не будет. Да. Я тебя по хили не боюсь, я ценишь, сейчас я щиток сюда на тебя. По хили не боюсь. Она пошла с рейдом заигрывать, а не ходить по нему. Смэк ты! Захар, плоский взял? На СПД. Нет, зачем? Воли Кона. Да и так больше справляет. Че, Сендру с первого трая убьем? Ага. Толчные, блядь. У деда там Макрос уже стоит на ХП. У деда просто стоит. Вопрос на сколько. Ну хорошо, когда у тебя это стоит. Хорошо, когда стоит. Да. Ты откуда знаешь хуй? Слава, на сколько кнопку заготовил? Да стопудово соточка нахуй. По-любому там козы... Соточку пригрел. Там козы на с... Короче, с полотенника начнем. Вот, допустим, с Авелани можно было бы не убирать. Ой, блядь, Заханыч. Чё, блядь? Синдре, блядь, полка словишь, мне кажется. Смотри, нахуй, ни разу не умру, блядь, отвечаю. Это решает, умрёшь ты или нет. Если умрёшь, то что тогда? Ну, блядь, сотку нахуй можете, сотку можете кидать. Какую сотку, блядь? Ты умрёшь через хилбот? Да. Просто берёшь там это, по-моему, альт-левый клик, чтобы добавить в чест в хилботе, и всё, и радуешься жизни. Не, так нечестно, блядь, парни. Вообще-то, ну, это, блядь, уже называется подстава, блядь. Короче, ну, вовремя боб там кинуть надо. Вот точно, да, боб еще. Слушай, Айлон, еще можно, знаешь, не боб, а диван надо кинуть. Стоять, блядь, куда побежали? Ну, че, мы всех убили? Все, бежим. Надо, че стоять-то? Заханчу, мне кажется, диван кидать. О, да, контроль последняя. Не, я не Авелания, чтоб по мне диван нахуй кидать. Ну не убрал, заметь. Не, ну так что да. Заработал себе на два бопа. Чё, кто танканёт? Давай я. Ты. Будет, но полетает, скорее всего. А чё, два хпала? Наверное, через лока? Два хпала полетают, может быть, и вместе с ним дрова. Да, ДЦ и... Олик мы захилим, думаю, это, по-моему, всё. Вот вас лок. Призна в ДД, типа, нафиг нам это... Ну, так чё, кто танканёт? Я могу 30 секунд. Может, пусть лучше призван, но подхилит. Вон урарник. Либо Холи Дринк, либо Катриси. Катриси аспекнулся вроде. Карбонара в порталах был? Да, заходил пару раз с тобой. Летать надо вместе, зелень собирать. Нас будешь захиливать. Ты должен нас захиливать. Доллары. Двух хапалов. Только да. Это, карбонара, не надо с ними столько же лутать. В начале и в конце ловишь. Один, два, там, три, четыре. Да. Да. Просто за вами лечу после, да? Здесь этот кто? А, ну, в начале лутанул. Лутанул в начале, короче, сверку одну. И в конце лутаешь, чтобы продлевать время. Да, я каждый раз так делаю. А так я просто за ними, да, летаешь? Да-да-да, просто снят. Потому что там сфера наносит урон стакающийся, как на принцах.
5, 4, 3, 2, 1. Это Элмаунт, когда будут выходить два паладина, ты в них это ПСки по КД закидывай. И все. Либо в Эвиланию, либо подавление в Войтмайка. Свечка слева. Ты уже не слышишь, рога. Просто с той стороны и на пулю их танка. Так, это не наше, да? Подавление приор сначала. Понятно. Еще не зашел. Заходи, портал. заходи в портал. Красный портал открывается. Пизду тебя, блядь. Пиздец. Блядь, я думал зеленый будет. Да все, что ты, блин, это самое. Не угнетай. Речка справа. Ну сейчас еще Катрисия. Валдырный, блядь, сейчас взорвет, нахуй. Скали, вот, блядь. Войт умер, блядь, из-за тебя. Войда рефлит. Катрисия, приор сначала, блядь, этих... Валдырных, блядь, и прочее. Реснул, Владикан. Так, у меня валдырных не было. Я вообще слева. Любой валдырный трэш, который выходит, весь агр на себя. Там выходили с твоей стороны. Я их ловил просто. Мне некогда было. Ну, валдырный с твоей стороны слева ушел в рейд. Червей можешь не ловить с большого. Ну, черви тоже могут хилов сожрать, Леха, так-то. Ну, там, думаю, это... Он заебется их ловить. Да. Там же много отходики, думаю, нужно это высоко давить. Поэтому след называется валдырный, воскрешенный маг, свечка. Тухлый, самую последнюю очередь. Ну что ты? Я понял. А где друид? Он у нас будет летать хилить или что? Нахуй надо, да? Он не с вами? Он вообще не в духе. Ну, с вами. А, он летит. Не, сейчас вроде с нами был, да. Вот с вами я его пошли мол, нет. Провист, Танатоса ретник, Сниш. Подавление дохуя слева. Справа далеко. Я надеюсь, вы через лука хилите? У нас лук с доспехом. Мне пока что страшно через лука хилить. Я не знаю, он захилит меня. Друид или нет. Да похилит, не боись. Доверяй людям. Да. Главное, чтобы эти люди не стояли сзади тебя. С ножом. Нет, подавление дохуя слева. Знаешь, что иногда типа, когда врач спрашивает, сколько пальцев, а ты у протолога. Блять. Ну, видимо, было, если такое говорить. И валдырный слева. История умалчивает. А похожи я их данного рода. Понятно. Ух, ебать. Ты чуть не сдох, что ли, блядь? Да не, нормально. Да не, нормально. У тебя сколько стаков там? 28. Ты ж их проебывал, что ли? Видимо, проебал.
Ну, после первого раз прыгал. А дальше нормально. Suppressor spawned. Где подавление дохуя слева. Я хуею, блядь. Нахуй ты летишь, сука, напротив, блядь. Наши забираешь облачка, блядь. Да я одно облако взял. Не надо тебе одно облако забирать у них. Ты с ними просто лети и все. И давайте, потом наискосяк. Дохилим, думаешь? По идее, должны там под всех. Да, конечно, захилят. Под всей хуйней вроде нормально захиливается. Захиливается нормально. Короче, даггер, плащ. Да я, это вот ДКшные штаны, смотри. Блин. А, дерьмо. Говнище. Ебать, залупа! Не смотрел уже. Заебали они. Не лутайте, это швац, кстати, в этом. Говнище. Хотя кисти, наверное, нормальные. Для хантов. Крит-хаст. Можно за бесплатно грунт на На ретрика зайдут тоже. На ретрика зайдут, да? Да. А я его тоже на трансмог забирал, крутака. Типа Гила, Крид даст и Хаста, да? Ну типа. Если никому не нужен, дай я Рависту на трансмог. За сотку? За 300? Но у него сет кожаный, он не трансмогит его. А. Да-да. Никому не надо. Если никому надо, дай просто рвисту. Кто в танчит синдром? У которой все скилла не хватит. Да хватит, что ты прибедняешься. Я один раз танчил в обычке. То Лава недавно. Танчит. Просто не докап опыта. Ща я ТП-шнусь в Даларан на секунду. То есть анскин не получается, да? Получается. Все нахуй. Главное, чтобы признают это. Это да. Так как это не признать, если я танчу редко, это тем более синдру. Синдра это, блядь, на бич такой, блин. Бич всех. Сейчас меня это, засуманьте, я быстренько ТП-шнусь дал раунд. Секунду. Там... Этих же ж души не идут. С ивента, да, не идут же души вроде. С ивента не идут души, только с дракончиков. Мэтт Фокс просит на души уступить с дракончиков. Сколько Траволта там давал на сурке? 18? Ну, консилятора надо будет вместо него на лича. На проход. Траволта 16-7. И Зози где еще? Вон он, Зози еще. На сурке он давал вроде 19. Слава. Это на сайте посмотрите. Я на Андрея спекаюсь. Да, 19. В кого? Да, будет? Да, можно в 6-го хила. Мы же крипто ушел, у нас один рога будет тогда. Да. Пошли, блядь, похуй. Пускай он там чилит до ранее. Да. Да. Провольте на эту проходку. Потому что минус один рога. Будут проблемы. Да, как бы, но... Серджу, где ДПС? Лёха, что ты скажешь? Коня будешь лутать? Зачем? Ну... А чё там? Для статуса. Рарник, нахуй, как дела? Если паладином зайду, то буду. А на шамана нет. Да? А зачем? Смысл мне на шамана? Без прав.
310-й, зашибись, самая паладина. Я понял, что борду урывать, да, у всех? Да пиздец, да. Блять. Рарник, нахуй. Уокера, дай. Какая 310-й у Маунта. А-а-а. Паладина под аурой 330. Да, паладина так вообще топ. А с прожимкой 350. Это получается рарник. Он сейчас будет переключать постоянно ивент, перезагружать. Рарника грипнуть бы сюда. Вы можем. Просто из претендентов на коня кому можно дать? Лёха, ты, Авелания и Седжу. Ну вон пусть Авелания или Седжу берет. Я в следующий раз, если что, паладином пойду. А он 100% нападает? Да. Да. Так и Седжу тоже хотел. Ну... там определяться, а либо по роллу, либо, ну, там, не знаю. Слава выберет уже. Да. Там за особые заслуги, да, допустим, сразу, сразу в карман Войду сотку ложите, ну. Нихуя, где ДПС? Две сферы. Кому дать эту дрочь? Карту можно, каждый сфер обезьяны, видите? За собой. А там номер карты Войда написан, куда переводить? Мне кажется, надо ему сделать различную ссылку на карту. Пока нет еще. Нашел кому втюхать. Да без разницы, кому-нибудь. Войду. Там месть за сумку. Так а ему можно такую сферку одну же только, да? Ну да. Ачивку получил, нихуя себе. Спасибо, опа. Говорит, Holy Drink. Сейчас как станет, блять, обезьяны. И все. Да, вон, обезьяна бегает. Ну, компьютер взорвется, блядь. Сейчас будет лаг. Сейчас нули. Я, пожалуй, отвернусь. Я понял. Да, может. Да, да. Войд, скажешь, сколько у тебя FPS будет? Минус 20. Ой. Ох, ядрать жестко. Пиздец. У меня до 20 опустился. У меня тоже 21. Это баг или реально Invisible сейчас было 122? Да. 122, да. Но если ретрики на этих дракончиков за сотку разгоняются. Что, Войд, мы будем консилятор брать? Чё? Нам ещё... А консилятора можно непосредственно и на лича уже взять. Да. А, ну, если так. А у него первые 4 есть? Да-да-да, он сейчас закрывал с нами 8. Он закрыл. А вдруг не только лич, но вдруг нужны все боссы? Нет. Сияние рассвета надо. Ему ачивку же только надо. А сияние рассвета это убить лича в 25 шлем.
Патрис, я не понимаю, что ты пиздишь? Я говорю, ты играешь год, сегодня хотя бы урон по головам будет, не? Скажи просто, мне заметить тебя или нет? Не надо. Я тебе просто нормальный вопрос задал. Ты бы ЦДКшников спрашивай, как бы. ЦДКшники уже давно не бьют. Да я ебал их трогать. Ну вот, видишь, типа, блядь, все боятся. Можете мор не нажимать? Да, просто мор, но не нажимать, там удар плети, кровавый, блядь, лики скидывать. То есть, ну... Лик? Лик. Короче, не, надо то, не тот лик. Прятаться подальше от той сферы, от глыбы, где ДКшников дохуя. Ну и главное, чтобы три ДКшника одну, ну, глыбу не били, блядь, если они дотки все-таки, ну, типа, кидают. А то упадут. А то еще на халяву как-то ГП неохота получить. Ну да. Эти четыре глыбы просто раскрываются и падает снаряд. Что они туда ведут и зачем? Это мой страшный сон. А чё рарник танкует вообще? Он хочет. По кайфу. Он в душе танк. Он преисполнился своим познанием. Не, ладно, что танкует, зачем его туда-то везти? Бидон пришел. Ого. Мэгта! Я караоке, конечно, по заявкам. Что делаем? Мысли. Так. А где стеночка ледяная? У кого можно сопротик взять? А потому что никого не было, поэтому стеночки нету. Никто не зашел. Синдри. Это ли это поражением или победой? Неизвестно. Могу дать только духи и маслице помазаться. Доставьте банк. Если надо подчиниться, мамонт есть. Имба. Могу фласку на них сдать. Живс есть тоже. Поставьте банк. Это на Синдре был? Да, умирал сколько раз. Да я посмотрел тактику. Там сильно отличается. Да. Освобожденку не хлопать, а так, в принципе. Есть гидбанк. Прием. Если с глыбами не вернешься, то все, сразу ваншот. Дима Траволта, тут сопрот не поможет, если ты словишь какую-то гниду. Чё с глыбами не вернусь, где? Если короче, на перефазе тебе так надо обязательно спрятаться. Ну, СПД у кого? Буду бегать в сове, например, да, и вместе с ней отбегу. Правильно я понимаю? Нет, СПД банки у кого? По одной штуке давай пока. Сопроты к ШП. На перефазе, когда ты... Появляются глыбы, если которые... ты попадешь под обстрел, то ты сдохнешь моментально. Да, помогает. То есть глыбы его не шотнет, да? Угу. А, у него он не вкачан. Ну вот он не качается. Там есть... Да. Ну на Синдре я бы такой билд создал с вот этим талантом. А у кого сопрот? Сопрот к ШП, он вдали стоит, шалфир. Если на семетку поставлю, череп. Можете поставить портал под город? Мне срочно сбегать надо. Хуя ты придумал. Да, я только сейчас вспомнил, что можно сделать там. Фишку интересную. Это прям сейчас надо? Но если лишнее 50 СВД как бы пофигу, то пожалуйста. Могу потом сходить. Че, тебе масло надо или что? Да, я там хотел духи спиздить еще одни. Попроси у Вани, Вань, дай ему. Ну, трейд. Подойди к шофиру. Только не чаровницу, дай мне вас пару бутылей. Кого дать? Духи. Чаровницы? Нет, чаровница у меня есть. Там еще одни есть на СПД. Да. А этот, сопротивление забей. Да, я уже дал сопрот. Тебе. Еще кому-то нужен сопрот? Кто первый танчит? Юля.
Деломаунт тут нет. Пошли, запускаем. Так, если что, поанонсите мне там, ладно? Банана, встань ближе еще, видишь череп? Встань туда к черепу прям. Слаги, что это такое? Ебать, она тонкая, 60 лямов всего. Пизды ладно отдает. Бонар освобожденку не статуя, если что. Значит, тут и заход эти всех этих. Справа глыбы фловы зачем? Да, фловы, глыбы бейте. Уже четвертый сейчас пойдет. Карбонара, сейчас глыбы разобью, треснешь по сифее. По сифее встаешь? Забафайте. Ебать, чуть не умер, нахуй. Думайте, рейд. Карбонара, нахуй, слышишь, чё, нахуй? Ну-ка, стопай, нахуй. Прочитай, блядь, освобожденную магию на себе. Не кастуй своими ветками, нихуя. Стой на месте, блядь, не делай ничего. Ну чё, блядь, рейд решил положить? Или ты первый раз тут? Не делай нихуя лучше, когда освобожденка на тебе. Слышишь? Да, да, слышу. Всё, давай. Глыба на дереве. Спускай. Да, беги. Да, он тогда погнал. В круг. Ребят, отойди. Бонара, мне в центр надо было встать, да? Да ты хоть куда. Да, главное, чтобы ты ни с кем не стоял близко очень. Это даже в обычке такая хуйня. Ебать, мой хуй сейчас петь. Не крутите по правой ничего. Как Рися может резнуть? Ты чё, блядь, глыбу разбили или ты не... Нет, сделал? Глыбу никто не разбил. Глыбу никто не разбил. Не, его убило. Резай, Катриси. Заебал, Волоха. Разбафайте, Рогу. 1 стак, буйный рост дал и все, ждешь скинулось. Дальше опять буйный рост дал, ждешь скинулось. Максимум все ждет и мы. Да, вижу. Тяжко сейчас будет, готовьтесь. Какого освобожденки нет, бахните с камина. Беги, малышка, беги! Не успеем? Блять, не дает подоможить, сука. Не успеем. Взлетка. На освобожденка просто, да. Никто не уцелеет. Сори, слабый. Mm-hmm.
А Войт увидел. Макрос. А Войт все видел. Разбить. Рвист, рис, рис Ирианти. Некромантика СС на Вадикона. Макдаун, уходите! Быстро. Метка там, две глыбы будут. Мечи, сука. СС на Карбана, Ария, еще раз повторяю. Я понял. Все, надо дошли. Перебегать вперед. Карбонара. Карбонара, выноси в метку. Он стоит, он лучше. Ляха, не флудите толпой. И тяжко. До половины подбили. Стопнули, стопнули ДПС по глыбе. Алло! Там похуй уже, ебать, она натянула же, все уже не это. Похуй, минус хит. Инвизибл выноси. Вадикон реснишь. У меня камень есть, камень души есть. Ну так, блять, встань нахуй тогда. Следующую звезду и разбить. Ману, ресайте себе. И нера дайте. По людям. Хил, хил. Хилим, хилим, хилим. Освобожденка на хмале. Когда придешь? Следующий, наверное. Следующий, да, вроде бы. Танка, захильте. Как он у нас? Притяжка будет. Это не бейте глыбу. Ждем притяжку. После коста разбейте, подбивайте глыбу уже. Разбиваем, Катрися выноси. Еще одну поставим, разобьем. Милики ушли. И разбиваем. Скинь. Давайте Геру, все остальные в сторону, фул по боссу. Налево. Эвилашу разбейте быстро. Разбить. Эвилашу разбили быстро. Глыбу. Опять на Эвилашу. Не хлопайте, пожалуйста. Под лицо-то зачем? Ладно, да, добью. Охуеть, с первого троя, ебать, в ГЦ мужики ебать. Да это потому что карбонар не вот стал. Она. Вот танком подал. А это был хрон, сейчас хлопнуть. Ну чё, Войд, бля, похвали меня уже, ёбаный. Молодец, молодец, молодец. Так и должен быть ты вообще. Да я всего лишь один раз умер. Но это я умер, потому что глыбу разбили и я отлетел. Не, хорошо сделал, нормально, лучший. Я просто нашел ползунок, где можно отодвигать, не надо ничего прописывать. В настройках в интерфейсе можно отдалять камеру на максимальный. Конечно, всегда можно. Я не знал, я бегал в упоре. Ладно, вот ладно, давайте потом попиздите, блять, это самое. Кому отдавать клык? Карбонаре. Я на мейн нажал. Думаю, тем, кто у нас мейн танки, скорее всего, как обычно. Опа, Валька, Арианти, привет. Я так и думал, блядь, что это... Вот они, 50. А, стой, стоп, стоп. Это что? Это что? Холи, не до Холи Приз перехитил, блин, всех? У, хорош. Так, стоп. О, Войт сегодня добрый. О, нихуя себе. Можно было косячить, короче. Ну все, идем Вальки, а Валька. Это победный трайбл. Да. Че, редкая синдра в геройке с первого раза. Плюс 500 ТП. Помучиться надо, наверное, бывает. Просто новички, когда приходят, они вот так же лопают эти. Как они освобожденки просто хлопают по 5 штук. И... Сколько? Вот прикинь, 6 тысяч вроде сдвигается. Так, стопните флут. Кто там без проходки? Плюсаните. Консилятор. Консилятора надо. Ну давай, консилятора вместо меня. Блин, может быть не вместо тебя? Может быть, да, не вместо.
Братан, что у тебя? Может, мне не через 40... Мне через 40 минут уходить. А, ну вот, все. Ну так лично умрет за 40 минут. Ну это понятно, что он умрет, если все правильно сделать. Чуваку надо... Он типа он говорит по проходку, да. Если кому-то еще надо, есть места, можем уступить. Зози пускай заходит. Да. Зози заходит тоже пусть. Бидону надо какой-то лут оттуда? Бидон, тебе надо что-то лут какой-то? Что хочешь, ваунт? Импорт, пожалуйста. Маги, дайте порт Долоран. У тебя у самого есть порт? Дать. Смоните шелфир сейчас. Так-то есть. ХСом давай. Спасибо. Самый быстрый способ — это кинуться с обрыва, нахуй, и все. Гениально. Да, в жизни так же. Спасибо, спасибо. Нет, конечно, у меня там есть речка под боком, но, бляха, холодно, типа там сугробов много. Ну а что, если все умрут? Часа поставить, какой-нибудь есть. Жажда крови отлетит. Все, больше никому не нужна проходка, да? Ну, видимо, все, кто есть, это самое. Я бы в Каражан тоже бы сходил. Так, я выйду сразу, чтобы вам не забагать. Вот, Рога хочет проходку, но ему в теории Рил надо проходку. Какой Рога? Ему не надо еще проходку, он не дает ДПС нам. А, он этого... слабенький, это новенький. Да, мы же там да, взяли, все. Если был. А он Ферал. Может, слышишь, когда Мишка, я могу уступить ему место на проходку. Ну, типа, если... Ну, наверное, Но у него гир нормальный вроде. Ну, у него вроде нормальный, он нормальный гир у него. Гир нормальный, что по тактике? Да, знаю. Тактики знаешь? Ну, я могу ему уступить место на проходку. Сколько на сурке он дает? Ну, его не было тогда на сурке. Пришел, как я понял. Ну, вообще, он хотя бы в обычке где-то сколько ДПС? А 4? 18 даю. Не, это мало. Это мало. Смысла нету. Пока что, да. Да, он тут смотрите раз-то. Ну, больше, чем пал. Все еще, да. Ладно. Больше, столько же. Столько же, сколько и пал. А у нас паладинов один, да, целый? Нет, два. Три еще будет. То шестой хил. Или в пять захилят они? Да, в пять, думаю, захилим. Да, в пять захилят свободно. Мы в прошлый раз Ильича в пять убивали. Вот там хукмастер. Что, хукмастеру проходка нужна, нет? Или кашнику? Ну, есть. А, есть. Ладно, куча, подиспойлю тогда эту помойку на чуме. Да, бля, только... Бля, чу чуму, пожалуйста, выносите порезче. Я вас, если что, вас буду диспейлить заранее тогда. 4 секунды и диспейлю. Похуй вообще. Влево, вот сюда, да, где под скалу? Ты нет, должен диспейлить, блядь, чтобы человек не умер. Сюда. Нет, не под скалу. Смотри, танк будет водить, один танк будет водить вот здесь, вдоль обрыва, другой будет водить возле, вот тут. Это прямо вот здесь. Избегаться надо будет танку прям быстро. Форма кошки прыгает, там, я не знаю, форма оленя, если можно. Беги к танку, подбежал. Там секунды буквально. Я не затанчу Лича. Нет, ты на Личе будешь. Не все. Я не затанчу. А на Личе, да? Да. Нет, там нечего делать с своим паладином. Банара, нет. Знаешь, что тут делать вообще? Булгрима нет проходки. Ну, в обычке-то я был. Вот смотри, смотри. Сейчас танк поставит сюда боссом, да? Убегаешь боссу за спину и хилишь. По команде РЛ вместе с этим рейдом передвигаешься в правую сторону сюда. Потому что под кем-то из рейда будет разливаться ловушка. Наступишь в нее, она взорвется, и там человек, может, 6-7, может, пол рейда, не знаю, улетит просто на ебеня. И все. Там и также перебежал. Будет фласки обновлять. Да, а перебежал. Ясно, это. Ясно, подожду.
Ну, как бы надо вешать, ебать. А, капец, только час РТ прошел, нифига себе. Ну, как бы надо вставать сюда, под жопу босса. Соберитесь за спиной, или че? Дима Траволта, убегай к этому, к квадрату. Далеко не отводи. Блять, понятно. Ладно. Ну, всё. Наперед никто не заходите. Спину к боссу встали, под спину к боссу встали. Да уже перебежали туда, на ту сторону этого. Так а что вы делаете? Бля, ребят, вы что делаете? Дальше, дальше, дальше. Идиоты. Хан, наперед не стой. Все стоят за спиной Ильича. Льете наперед ловушку, уводит ТГП даст. Это в ваших интересах. Ну а чё они диспелили? Диспелил, ты убежал просто вообще в непонятные места куда-то. Да там столб, небось. Ну да. Я же тоже могу через колонну диспелить. Я вебикант, давай. Да я уже там. Нету чумы, а, есть. Есть, есть там что-то. На переходке Равис за Ханыча резнешь. Хан, ты на пульте второго духа. Я первого напулевал. Карбонара, реснишь, Диму Травол. Ну если достану, а где он лежит? Не сейчас. Итак, когда вторая фаза начнется, когда под леча зайдете? Сферы играйте? Сферы. Сферы вообще выбежать можно чуть сразу. Нет? Сферы жапка достает, они позволяют. Шаркаря, помогите чуть, сыграйте. Добить. Все, сдох. Ну захиливайте, нет. За спиной у всех. Все за спиной у Лича стоят. Под ним КМП. Стан и вальком замедление, скринение из-под валика носите. Разбежались. Ну поднимите. Что со скринением сразу будет? Скринение и вальки. С центра вышли, миленькие.
бьем. Кубик. Понял. Треугольник разобьем. Быстрее треугольник разбивать, отдал стан. Сначала осквернение, 3 секунды. В центр не налейте его. Потом вальки будут. Патрисия, резнишь Седжу. Центр. Центр быстрее. Захильте Седжу, быстро разбафали. Разбафал. РДД одну, милики две. С двумя лича веди. РДД, треугольник, нахуй, быстрее. Скринение вышли из подвалика. Все, идем лича бить дальше. Вальку, кружок добейте. Быстрее, быстрее, кружок. Все, лича бьем. Под босса встаньте все. Хватают валик и сразу разбегаемся право-лево. Все, право-лево вышли из подвалика, скорнение сначала. Меня разбили, схватило. Да похуй, не надо это анонсить. Все, черепка отошли, валик бьем. Ты где сдох? У кого БР есть? Владико. Зози, рез я Виланию. Быстрее, ресы. Где ты? Вон он возле глыбы лежит. Возле глыбы. Зози, быстрее. Вставай, фулбаф по нему. Осквернение сейчас. Осквернение вышли из-под лича. Вот черепок. И к личу быстро вернулись. Быстро к личу. Быстро, 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 быстро к личу. Хватает валик. Валик, фул ДПС. Веди лича вместе с ним, чтобы дамаг не терять лича. Захильте. Лока, некромантик. Где он? Сейчас сдохнет нахуй. Вадикон, ресы. Мы не захилили. Но меня обронили. Ресы, ресы. Да куда? У меня тело просто в небытие. Хорошо. Пальтира. Лича бьем. Осквернение будет. Осквернение вышли. Осквернение прохил. Вышли осквернение. И потом возвращаемся к личу. Черепок разлили и к личу в центр вернулись сразу. К личу в центр. Квадратик встаем. Так как? Вадикон, ресы, ДЦ. Захильте, сука, 5 хилов нахуй. Вставай быстрее. Фулбаф иннер ему. Последняя. Там есть. Последняя волна. Ведешь лича с вальками. Захильте. Шалфир на ХП срочно. Валькам, фул ДПС. Осквернение. Осквернение секунда. Ну захильте, ебаный насос, блять. Вы будете хилить. Вадикона захильте. Ай, в пизду, блять. Быстрее, добили. Лича на край. 1% по личу дамажим. Эламаунт, Мордаунт, все на ХП. Шадоу Найт на ХП. Они не хилят нихуя. Ну быстрее, Вилани, захилься. Переводим. Мана лед. Ману быстро восстановите, Вилани, или сейчас все подохнут нахуй. Совы в режим хила переходите. БРФ нету? Танчи, одна духов пока. 5 друидов, 5 КД. Помогайте хилить Равист, Вадикон. Если просядет рейд, сейчас вроде фуловый пока. РДД сферы не пускайте в рейд. Так, ближайший БР у нас у Карбонара, он сдох нахуй. Следующий. Меня Валька утащила и ёбну. Быстренько Вилани по откату Инра раскидайте. Сферы бьем. Сферы. Подхиливаем рейд, помогаем. Дальше нехуй хилить. Под духа подъебало не забегите. Это четвертый вроде. Подъебало не забегите. Сферы, сука, все сферы. Быстро, все сферы РДД. Про духа забудьте, сейчас комната будет.
комнате идем в звездочку. Подхиливаем, помогаем. Все там флешками, хуй знает чем. Пошли на портал, идем. Налево заворачиваем. За звездой. Звезду нашли. Быстрее двигаемся. Хил, хил. Поднимайте на фулл хп, хильте любыми способами. Потому что хила 4, блядь. А Вилань, ману ресы как-то себе, блядь. Стоим здесь, везде, сука. Вперед не стоять, там бомба. Вы видите или нет, нахуй? Проходим немножко теперь. Странненько, это ты кричал хил, хил? За угол. Да. Быстро пробегаем вперед. Вот тут встаем. Быстрее. Вот тут встали. Теперь и дальше за угол. Секунда, выход, осквернение, разбежались. От черепка быстро отошли. Перед ебалом духа не стоять. Дал тебе каплю. Быстрее подлеча, сейчас духов будет вызывать. Гневно. Не скоро будет вызывать. Духа добейте, гневно. Все, осталось хилить только две цели. Два танка, которые лича держит и которые духов хлопают. Все, пиздец. И дамажить. Осквернения разбежались. Разбежались, раньше набрали. Черепка. И все, бьем дальше. Будет вызов духов и комната. ДПС теряете, когда вот так бегаете, как попало. Поменьше бегайте. Все, на центр немножко на звездочку отведешь, будет комната. В комнате то же самое все. Ману резайте, ломану, че сухой. Резайте ману все. И нера отдавайте. Так, уровиста 2-2-2-20. Возле трона лужу не налейте в центре. Все, в комнате то же самое. Сейвы свои жмем. На портал идем, звезду нашли. Идем налево, быстро пробегаем. Звезду быстрее. Вот тут помедленнее. Везде быстрее. Находитесь везде. Не сзади, не спереди, везде ровно. И духов бейте. Вот дух влеет, чтоб не прилетел. Пробегаем за угол. Помедленнее пойдем. По стенке идем. За угол заходим. За угол забегаем сразу. Не застряньте там. Все нормально. 2 секунды выход, все, ничего, не боимся, стоим. Осквернение. Сука, это агро или что это было? Переходите в сторону лича. За лича прячьтесь. И за лича спрятались. Вы куда там, в центре? Хильте, хильте танков. Дух удал на нее. Дух там один летит, кто-то спиной встреть. Угу. А как сдох, нахуй? Пиздец, я вообще в ахуе. Дух упирал, скорее всего. Да лич его убил, mm-hmm. Блядь. Ну там это прям... Осквернение. Осквернение разбежались. И на ту сторону уже идите сразу за личом. Не стой... С осквернением, сука, там не стой. Убегайте уже на эту сторону. Все, освободите центр. Тут духи сейчас полетят. Наверное, комната будет. Жнец душ. На Войда... я не знаю, надо будет сейф, нет. Три духа осталось, смотрите, потом их не заденьте, нахуй. Сейчас прохилят. Дух 4. На портал быстрее идем, рейд на фулл хп захиливаем, налево идем сразу. Быстрее захиливайте себя. Если что, надо будет вперед 10 метров пробежите и дайте гимн. Духи летят в рейд, чтобы не прилетели, сука. Они хлопнут 30 тысяч урона, быстрее, блядь, ДПСеры, сука. Повнимательнее с духами, не пускайте их в рейд. По стеночке пробегаем. Так, Равист, БР откатился? Да. Будешь резать Карбонару, Карбонару резешь Инвизибла. Стоим в звезде, бомба спереди хлопает. В звезду, сука. Сейчас хлопнет, все, пошли за угол, быстро забегаем. Выход, осквернения разбежались. Разбежали. Духи. Духов сейчас я хлопну. Не подходите только к ним, блять. Ревностный прокнул, блять. Давай я следую. Хильте Вилашу. Хорошо. Сейчас смотрите, будет вызов духов. Invisible ресы. Вилашу хильте. Invisible ставим. Full buff по Invisible. Не знаю, сколько до берсы. У кого есть таймер берсы? А, еще 2 минуты. После комнаты добьем, значит. Оскорнения разбежались, оскорнения. Быстрее, быстрее разбежались от лича.
Все, черепок отошли. Ждем вызова духов. Все, сейчас. Духи сначала и переходим, будет комната. И добить. Уводи. После комнаты будем добивать уже. Mm-hmm. Все, переходим. Полтинник есть, в принципе, нормально. Все, осталось еще комнату. Дух есть, надеюсь, что. Могу тебя дух дать. В комнате очень внимательно. Это уже после комнаты будем хлопать. У меня бабл есть еще. Да, с баблом пойдешь, похлопаешь. В комнате давайте. Звезду. Направо пойдем. Направо, сука, не проебитесь. Направо пробегаем эту бомбу. Звезду быстро. Дал массакру. Быстро захилить их. Быстро, быстро, быстро подними. Тучку сдай. Сука. Звезду не теряйте из виду. Все, что надо делать в этой комнате, это в звезде бегать. РДДшникам еще духов бить. Все то же самое, только в другую сторону бежим. Выход 7 секунд. Духа, духа, духа убить. Наперед духа убейте. 2 секунды выход. Все, здесь стоим, ничего не боимся. Выход. Осквернения разбежались. Вышли от осквернения. Иди, куда хан пошел? Все, от духов отойдите. Духов хлопай. Фулл ДПС. Хлопай, я с ничего. Ну, лича тут похлопаю. Вот этого хлопну. Хлопай тех. Бабл у тебя не кончится там? Все нормально. Все, Геру добивайте 1%. Надо добивать. Красавчик. ГЦ с первого троя. Серьезно, ИП будет? С первого троя. О, крылья спрокнули. Охуенно. Слава всем подарочным на ИП, давай. Если бы вот мечи не помирали, еще бы было вообще отлично. Что, за час? Никаких нахуй подарков, блядь. Я охуел, ну тебе никаких подарков, всем остальным подарков. Тебе, может, и не надо, реально. Сиди, блядь, заржался в своих ИПами. Что, на ИП людей брать? Ну давай. На ГП бери. Рисуйте на ИП. Можешь сделать проще, типа. О, так смотри, сразу сколько замены. Нихуя, что-то резко, блядь, сейчас замены. Ты там сразу отсеиваешь. Подожди, блядь, ебаный. Лутай был? Мне кажется, лутая не было. Но он пришел. Нужны полноценные замены, а не то, что пришел, посидел, штрим посмотрел. Нет, не то, что я говорю, по этим левелу. Рога это не замена. Рога. Так, лутай. Лутай, я... Лутай, тактики знаешь на лича? Ты тут, Диси? 256. Рогу кикай. Рогу кикаем. Ну, стресс вроде он сидел, ренил. Потом Мишка тоже неизвестный, знает ли он, что-то наличали, нет. Мог бы он быть заменой. Ну, говорил, тактики знает. Ну, это, блядь, тут много кто-то говорил и умирали нахуй. Не, ну, типа, мы его заменили. Да, его поменяли. А, ну тогда ладно. Лутай, по-моему, не было. Вот я говорю, что я его не видел. Всем давайте. С первого трая. Я даже не ебу, кто это. Все гильдии можно дать. Команда магов. Ну, если мы лутаю даем, то, ну, блядь, и роги уже дать надо. Не, не надо. Ну, не, ну, по такой логике, типа. Ну, если по такой логике, то давай будет тогда все гильдии, кто сейчас присутствует. Типа мы тогда рогу взяли, просто кикнули, блядь. Замена нужна, кто плюсует, полноценная. Тот, кто человек, блядь, по этому левелу подходит и все такое. Ну, чё, он лутает 256-й шпшник. Ты хочешь сказать, он подходит под смерть? Да, смотри. 254-й. Блядь, есть. Он еще и не мутик, блядь, забей. Там нет, смотри, объясняю. Гирь не показывает. Ты можешь одеть, типа, высокоранговые там шмотки, а у тебя там, не знаю, основная шмотка, там, не знаю, какая-то, ну... Ну, мы-то знаем, по каким там левелам. Но... Куда дальше? Добейте или че? Трисси, вставай. Овердос, ты в Диси? Получай, баный лич. Получай. Все, идем джайну, получается.
И Джайн идет нос. Хуяйно, блядь. Вот это уже лут, слава богу. Как всегда лут. Найс. Конь. Осколок. Всегда хуйня из жопы. Не, тельнаска это нормально, вы чё, тельнаска и клетохранитель, ебать. Зози в рейде, да? Я в роли... Сумки. Ну, Зози еще и пуху, скорее всего, полутает. Ну, я про это и говорю, что заебись. Или Каприсия. А кому тут ее лутать еще? Тут есть кому? Каприсия еще вроде. Но, вы чё, не 600? Не 600? Это же он. На мейн классе. А уроги даггеры стоят по 300 или по 150? 301, 75, 301, да, 75-2. А как это делать у тех, кто носит тоже так же оффхенд и этот самый леворуку? Там да все написано. Было все в диссе. Блять, ты сегодня помнишь? Ванюша, ты нахуй коня-то забудь, блядь, ты что, рофлишь? Блядь, а покоритель это мой класс, я нихуя не вижу. Да-да-да, разбойник там есть. Блядь. Хорош. Эджу, там тебе не надо. Ой, разбойник, сет, блядь, что? Коня получается сейчас с Эджу или Авелания? Ну, оба, обоим надо коня. Чё, Велани, ролим, блядь? Ну пусть роли ну, тогда, давай. Ну. На яйца, ну, ролим. Ну, король, тебе интересно, Нанс. Велани, и Сэджи роли. Оооо, Велани. Очень надо было. Ну тут очень надо было, походу. ГЦ с конём. Да, завидно, розовый. Какая похуй разница, что, блядь, next раз кто-то другой заберет. Ну да, типа, next раз Сэджи, походу. Да мне вообще не... Не алё. Так, куда пойдем? А что, может, хотя бы... Может, на Джайну хотя бы зайдем? Пойдите в РС-ку, блядь, заебали. Ладно, пойдите в РС-ку. На вам не хайпа. Давайте, с первого раза я тоже... Да уверен, я насчет с первого раза. Да, с первого раза. Поставьте в Долоран. Да, да. Может, кого-то просто из замены взять? ЗС-ку без меня закрывать, ну. Типа Бидона. Я тебе более ЗС-ку. Эйю взять. Ёбаные даггеры, блядь. ЗС-ку или РС-ку? ОС-ку.